Знаете, друзья, приехал домой, 12 голубей есть, 15 выпущены были, а троих нет, друзья. Вот кого-то высматривают, вот. Кого-то высматривают, а кого? Не могу понять. Троих нет. Ищу. Вот по голубям вот бывает, вот смотрю, если в какую сторону смотрят, вот смотрят, видите? А вот один появился. Один появился. Какой-то один появился. Вот за крышу. Ну, появись. Вот. Опа, без хвосты почему-то. Что такое? Вот. Без хвосты. А где хвост потерял? Что-то боится. Вот, рот открыт. Ну, у нас жара, друзья. Жара вот. Неужели сапсан? А ну сколько там градусов? Сейчас посмотрим. 30-31 в тени. Так. А еще двое. Хвоста нет. Неужели хищник поработал? Вот на шубниках, видите? Вот зеленкой намазаны крылья. Еще двоих нет. Вообще не вижу. Ни одного облачка. Ой, на солнце, наверное. Вот смотрят. Да нет. А вот двое еще. Вот еще двое. Чап. И... Где же были? Чап этот. Его. Пара эта, хромая голубка. Вот у нее бой. Друзья, сапсан ее бил. Вот после этого хромой. И вот такой у нее бой стал. Как-то она... Где же вы были? Ну факт, что этот без хвоста. Что такое? Я их открыто оставляю, друзья. Открытыми оставляю. Не закрывать же. Я их закрыл. Которые птенцов дают. Вот, прилетели. Прилетели. Вот он, чап. Фух, жара. Вот она тоже линяет. Кто вас спугнул? Ну, хвоста нету, друзья. Вот этого хвоста нету. Почему-то. Молодой голубь. Молодой. Ага. О, клюв открыт. Ну жарко, друзья, жарко вот оно. Крылья, видите, как опущены. Вот. А эти сидели. Неужели хищник? Ну, только хищник мог, друзья. Только хищник. Порвал.
вырвал хвост, наверное. Не было такого. Ай, блин. Смотрите, здесь. Ну вот пискунят выпустил сюда, на эту сторону. Вот. Еще не выходили вообще. Один получился такой полусапожки какие-то, так не до конца. А вот этот получился голоногие. Это одногнездки. Сизохвостые и шея черная. Такие вот дела, друзья. Вырвал хвост, видимо, хищник. Вот это на месте. А вон остальные там. Ладно, друзья, как-то так. Удачи.